Мы шли прямо в сторону заката, по улице, которая нам была не рада. Встречные прохожие нам не улыбались и от наших взглядов укрывались. Я шел тоже очень осторожно и старался выглядеть надежно. Но пока мы шли, солнце закатилось, и над нами темнота понимали, как это случилось. Неужели это нам приснилось? В темном небе звезды засветились, а мы все шли и шли, не остановились. Из-за недостатка осторожности меня толкнули в спину по оплошности. Я упал так сильно, что разбился, и от жуткой боли отключился. Да потом уже очнулся, понял, что назад мне не вернуться. А когда потом уже очнулся, понял, что назад мне не вернуться. Который ожидает света. Пойдем со мной в сторону рассвета, по городу, который ожидает.